Письмо благодарности медработникам можно отправить с почты. В марте этого года в Якутии стартовала акция «За счастье жить благодарю». Операторы почтовой связи бесплатно выдают специальные открытки любому желающему, чтобы он мог выразить признательность тем, кто стоит на страже их здоровья. Открытки доступны во всех отделениях почтовой связи республики, а в июне, в преддверии Дня медицинского работника, назовут лечебные учреждения и имена врачей, которые получили наибольшее количество открыток. Впервые акция прошла в республике в 2013 году. Тогда медработники получили свыше 5000 благодарных откликов пациентов. Тогда же и родилась добрая традиция выражать благодарность специалистам сферы здравоохранения. Решили сделать его регулярно. Наша Якутская медицинская палата совместно с Общественным советом Министерства здравоохранения его регулярно один раз в 4 года проводить. И я так думаю, что оно привлечет внимание многих наших пациентов, которые не смогли своевременно, в свое время поблагодарить своих докторов, медсестер, акушеров, акушер-гинекологов. Пользуясь этим моментом, я благодарю всех врачей, медицинских работников, желаю счастья, благополучия, и чтобы не мы, люди творчества, например, артисты, ходили к ним почаще, а они, чтобы к нам ходили почаще на наши концерты, на спектакли. И будьте счастливы, дорогие люди в белых халатах. Спасибо.